Мы туда пойдем. Смотрите, какая-то веревочка. Действительно, веревочка. Дергаешь, отваливается сталактит. Ой, тут кто-то повесился, наверное, на ней. Рыба какая-нибудь. Петенька очень маленькая. Ой, смотри, там цапля какая-то сидит на камне. Где там? На камне какая-то цапля сидит. Это цапли у них такие черные. И вон еще одна полетела. Попали? Граб улетела, смотри, какие толстые. Ой, смотри, там в камешке дырка вон там. Ой, саранча, смотри. Вот, вот. Кто там? Саранча какая-то сидит. Опа. Поплыли назад. А тут ничего не видно, как? Вода такая прозрачная. А я когда-то... Кто там? Точно. Осторожно, осторожно. Смотри.
Носка. Низка. Ну да, подплывем просто, посмотрим и назад. Это похоже базальт. Вот эта вот порода базальт, это когда вулкан извергается, то вот застывшая лава превращается в базальт. Что? А? Можно, можно. Вот этот. Что там? А мы посмотрим. Рыбки не стоят там. Косяк рыбок мелких. Что это такое, музыка где-то играет? Вау, какая там горища. А вон.
Не, подожди, на меня плыви, отплыви назад. Давай. Прямо на меня плыви, я под воду опущусь, и ты надо мной проплывешь. Давай, прямо на меня, я опущусь. Без маски как-то непривычно, нос набивается. Так. Давай на правый борт наклоняйся. Все. Круиз по морю подходит к концу. Яна отдыхает. Мама нас не встречает, поэтому поплывем еще. Хотели маму прокатить? Где? Супер! Только я вся мокрая. Ничего страшного. Все равно в море искупаться полностью в воде. Ну что, у вас есть еще время? Да. Сколько? У нас еще 15 минут. Ага. Красиво? Снимает? Да. Красный огонек горит. Костюмчик сидел. А? Главное, чтобы костюмчик сидел. Костюмчик сидел. Я застегну. Декольку. Да я сама застегну, там все для этого есть. Чтобы все там. Алеша, ну пожалуйста, не бей мне ластами по ногам. Ой, красавица. Подержи одну-то. Ну, смотри, какой ты мне набил. Прям по кофе.
поворачиваешь это колечко. Крючок. Крючок. Где пчелки-то теперь сидишь? Вчера были. А вон они, по-моему, вон живые. Вот не около вон той длинной лисы. Видишь, волки? Вот прям вот. Это как просто. Это. Да я вижу, что он вот там. Камушка не вижу. Подойди ко мне на мое место.